dvhub.ru. У нас, вы знаете, было принято решение, и Дмитрий Анатольевич подписал распоряжение, и выделено финансирование на начало строительства в течение 2 лет 191 объекта социально-экономического развития на территории Дальнего Востока во всех 9 регионах. Мы сегодня, находясь в командировке, объезжая уже в Магадан, Якутию, Еврейскую автономную область, Амурскую область, на Камчатке, сейчас в Хабаровском крае, смотрим с точки зрения тех мероприятий, которые нужно пройти для того, чтобы выйти на строительную площадку уже с определенным подрядчиком, со сроками и с доведенными источниками финансирования. И вот на сегодня, на текущем совещании, мы понимаем о том, что край готов к этой большой стройке. Здесь в действительности много объектов здравоохранения, спорта, дорожной инфраструктуры, даже помощи людям, которые получили гектар, инфраструктуру. Все учтено в рамках тех потребностей, которые сегодня задают люди, которые живут в Дальнем Востоке. И в рамках этих мероприятий уже сделаны конкурсные процедуры, и буквально скоро каждый подрядчик по каждому направлению будет определен. Мы уже сможем уже тогда смотреть за этой стройкой непосредственно уже на самих строительных площадках. И вот мы сейчас с Вячеславом Ивановичем обсуждали, и с каждым губернатором в крае, в регионе были, будем в том числе контролировать и с помощью видеонаблюдения эти стройки для того, чтобы подрядчик понимал о том, что мы следим за графиком строительства, ну и, конечно, качество строительства и сохранность этих денежных средств. Сегодня, допустим, на примере Хабаровского края, они учли все механизмы, в том числе контроля за деньгами, через бюджетные возможности. Мы считаем, что край подошел подготовленно, профессионально. Я думаю, не все получится. Самое главное, чтобы сегодня те строители, которые выходят на конкурсные процедуры, в следующем их не подвели. За этим будем смотреть все вместе, помогать друг другу. И надеяться о том, что такие стройки будут нарастающими сроками. Каждый год появятся новые и новые. dvhub.ru